Всем привет! С вами снова интернет-магазин antelife.com.ua. Меня зовут Александр. Сегодня подготовил для вас обзор. Модель называется StarQ9000. Да, можно сказать, что модель no-name. Особо это неизвестный производитель, неизвестная модель. Но модель, в принципе, достойна внимания. Очень хорошие характеристики, достойная цена на смартфон. А поэтому будем разбираться, что же это за модель. Поставляется смартфон вот в такой вот коробке. Давайте рассмотрим стандартную комплектацию. Здесь гарнитура, здесь какие-то инструкции, здесь два аккумулятора. Аккумулятор у нас каждый на 2500 мАч, один уже в телефоне стоит. Здесь, конечно же, пленка. Пленка была защитная и на экране данного смартфона. И, конечно же, здесь зарядка. Обращаю ваше внимание, что кабель USB очень высокого качества. Такие кабеля обычно вот у ZOPA моделей, там очень такие плотные, толстые кабеля. Кабель очень понравился. Сам смартфон не имеет каких-то уникальных дизайнерских решений. Здесь все довольно-таки просто. У нас только белый цвет. Спереди идет 3 сенсорных кнопки, меню домой и назад. Сверху на экране идет датчик приближения, датчик освещенности, динамик и камера. Защищает экран закаленное стекло, которое, скорее всего, не будет царапаться при нормальном должном использовании. С этого бока нет ничего, отсюда мы видим, что здесь качелька громкости и кнопка включения-выключения, сверху разъем под наушники и снизу стандартно микрофон и микро-USB разъем. Сзади крышка у нас глянцевая, имеет вот такую вот надпись, что там есть GPS, Wi-Fi, Bluetooth, все дела, WCDMA, Android. Камера у нас 13-мегапиксельная с интерполяция, я считаю, что здесь реальных 8. Как снимает данная модель, покажу, мне понравилось. Здесь есть вспышка и второй микрофон. Сам корпус выполнен у нас из пластика. Вот такой формы, вот так вот выглядит эта модель. То есть, ну, он не тонкий, он довольно-таки такой большой, 5-дюймовый, такой, такая модель. Большие вот здесь рамки и вокруг экрана, и сверху, и снизу для сенсорных кнопок. То есть, ну, своеобразный дизайн. По корпусу у меня нет никаких нареканий, здесь все очень плотно прилегает, ничто не люфтит. На перегиб я его беру, он собран монолитно, ничего нигде не трещит. Под аккумулятором давайте посмотрим, как данная модель выглядит. Здесь мы видим, что есть у нас одна большая симка, вторая микросим и слот под microSD карточку. Аккумулятор, как я уже говорил, на 2500 мАч. Также есть вот динамик. Несмотря на то, что это модель no-name, можно так сказать, внутри модель довольно-таки сбалансирована, работает быстро, прошивка сделана хорошо и достойные технические характеристики. Давайте посмотрим их через программку Antutu. Значит, здесь 5-дюймовый экран, набирает данная модель вот 12-13 тысяч баллов, здесь HD экран 1280 на 720, здесь обычный MTK6589 процессор. Вот его информация, он 4-ядерный, 1200 МГц. Тут у нас идет 4 гига встроенной памяти, 1 гиг оперативки. Считаю важной особенностью любого китайского смартфона, так как это действительно важно сейчас, когда появились новые современные игры. Когда вставляешь карту памяти, то на нее устанавливаются приложения адекватно, то есть он ее видит, он знает, что он вставил карту памяти и не обращает внимания на свою память. Как ему указали, что нужно устанавливать на карту SD, он так и делает. Это очень хорошо, это плюс с коробки, без прошивок, без каких-либо допиливаний. Значит, вот указано у нас 13-мегапиксельная задняя, фронтальная на 8. Это интерполяция 8 реальных и 5 будет фронтально. Обязательно покажу, какие получаются у нас фотографии. Значит, здесь у нас датчик приближенности, датчик освещенности, датчик дистанции, компас есть и датчик направления.
Значит, смотрим, какое количество точек касания. Это 5 точек касания. И давайте зайдем в Z-Device Test программу, посмотрим, что же у нас в ней представлено. А у нас она не записана, и давайте скачаем ее из Play Market. Как раз продемонстрирую вам, что Play Market абсолютно рабочий, сразу с прошивки, и ничего особо настраивать не нужно. Вот я его установил, давайте заходим, смотрим, разбираемся. Значит, здесь есть Wi-Fi. Сразу скажу, что Wi-Fi несколько слабоват. Я в домашних условиях через две стены, у меня показывало две палочки. Мой домашний GIUG2 показывает все палочки. То есть Wi-Fi немножко слабоват. Значит, компас, акселерометр, датчик освещенности, датчик приближения, вспышка. Давайте посмотрим, какая вспышка в данной модели. Я понимаю, что я показываю в дневное время, то есть особо тут таких выводов не сделаешь, но когда вспышка серьезная, то видно, что она действительно серьезная, она немножко выедает. Вот в данном аппарате я скажу, что вспышка довольно-таки хорошая, ну, либо хорошая, либо среднего уровня, но никак не плохая, потому что довольно-таки такая светящаяся. Значит, гироскопов ничего нету, прошу не путать это с акселерометром. Также хочу сказать пару слов о прошивке. Здесь стоит стандартный Android 4.2. Давайте это посмотрим. 4.2.1. Везде полноценный русский язык. Столы листаются хорошо. Внутри в настройках тоже все очень быстро. Все на русском языке, в настройках тоже. Все, идеальный русский язык. Вот здесь вы могли заметить какой-то китайский софт. Не знаю, что это, но не обращайте внимания. Все настройки есть, можно выставлять обои, ну и тому подобное. Все стандартно, как в любом другом андроиде. Здесь никаких-то таких особенностей просто нет. Что мне понравилось, так это то, что смартфон с легкостью обрабатывает любые форматы видео. То есть бывает такое, что такого класса аппараты, они не хотят работать там с Full HD видео. Сейчас вот я вам запускаю обычный HD. Также я запущу вам, покажу Full HD. Чтобы вы убедились, что действительно все это работает. Звук это максимальный. Ну, довольно-таки нормальный средний звук. По поводу экрана. Экран у нас не слишком яркий. Я не могу сказать, что тут большой запас яркости, потому что разницы между минимальным уровнем яркости и максимальным здесь практически нет. Вот минимальный и вот максимальный. Картинки давайте посмотрим. Экран имеет хорошие углы обзора, хорошую матрицу, матрица IPS. То есть, когда мы смотрим вот эту вот картинку, то разницы в изображении нету. Но когда мы на критичные углы поворачиваем смартфон, то, конечно, в самом конце вот эти вот 10-20 градусов немножко картинка меняет цвет. Но я думаю, это вообще абсолютно не катастрофически. Смартфон с легкостью справляется, как я уже показал, с видео, будет также справляться с YouTube видео, с потоковым. Все будет работать и в браузере, потому что модель большого размера. А поэтому давайте посмотрим, как запускаются на данной модели современные игры на максимальных настройках. Thank you.
Как вы можете видеть, максимальные настройки, игрушка отлично работает, вроде бы нигде не подлагивает. Ну вот как-то так. Все просят показывать меня эту игру, то, что я и делаю. Значит, данной модели у меня выставлены высокие настройки. И хочу просто продемонстрировать, как игра идет на этих именно настройках. Напоминаю, что здесь обычный HD-экран. Напоминаю, что здесь обычный процессор MTK6589 с частотой 1,2 ГГц. А поэтому, в принципе, в теории, игрушка должна очень сильно тупить с такими параметрами и на максимальных настройках. Но сейчас вы увидите все сами. В принципе, игра немножко подлагивает, но если чуть-чуть снизить настройки, я думаю, даже уже на средних настроечках уже можно будет играть вполне себе комфортно. Настройки высокие, Dead Trigger 2. Идем дальше. Давайте посмотрим, что у нас показали аккумуляторы. Тесты аккумуляторов. Напоминаю, указано 2500 мАч. Значит, тестировал я, как всегда, через программку Antutu Tester набрало 439 баллов. В принципе, довольно-таки слабенький результат. Во время воспроизведения фильма с максимальной яркостью, с громкостью, у меня разрядился он со 100% до 15 за 3 часа 9 минут. Конечно же, это не показатель для аккумуляторов 2500 мАч. Скорее всего, здесь меньше, наверное, порядка 1800 мАч. Вот где-то такая реальная емкость. Также тестировал я GPS. GPS меня очень порадовал. Моментально ловит спутники как в Navitel, так и через GPS-тест. Вот тест у меня на Navitel, буквально это за 10 секунд. И GPS-тест вот, тоже буквально 10 секунд. То есть GPS отличный, сразу точку на карте отметил, и можно ехать в путь. Что касается камеры. В данной модели Antutu нам показал 13-мегапиксельную камеру заднюю и 8-мегапиксельную камеру фронтальную. Камера мне очень нравится в данной модели, снимает отлично, как для такого устройства. Макросъемка отличная. Вот вы это можете видеть. Видео снимает в формате Full HD. Фронтальная камера также довольно-таки хороша. Я сделаю видео, сделаю фотки и выложу в описании чуть ниже под этим видео. В принципе, все. Можно подводить итоги. Модель No Name Star Q9000, но модель очень интересная. Мне не нравится дизайн, какая-то она немножко толстая, эта модель.
не видел эту модель в черном цвете. Мне понравилось, как работает GPS, мне понравилась камера в данной модели. Мне не понравился аккумулятор, аккумулятор слабоват. Запиленность, скажем так, работоспособность данного железа с данным экраном меня порадовала. Современные игры идут либо хорошо, либо более-менее. То есть абсолютно все игры, все современные игры играбельны. То есть там можно снизить немножко характеристики и наслаждаться. Запускает, воспроизводит без каких-либо танцев с бубном все форматы видео. Довольно-таки хороший экран, довольно-таки яркий. Углы обзора, если не максимальные, то есть в крайней точке, последние углы, самые острые, они немножко там выцветают. Цвета становятся светлее, чем они есть на самом деле. Ну и не забываем, что цена модели составляет порядка 1500 гривен в Украине. Модель 5-дюймовая, большая, с хорошей камерой. На этом все. Спасибо за внимание. Кому понравилось, ставьте лайки. Кому нет, пишите комментарии. Будем обсуждать, что там не так, что я не так делаю. На этом все. Спасибо. Ставьте. Подписывайтесь, естественно. Оставайтесь с нами. Всего доброго.